Я всегда говорил, а вы могли бы в этой стране прожить евреем? Вот антисемиту. Мне хочется сказать, ты что, завидуешь? Вот из конкурентной борьбы я не вылезал, Дима. И, наверное, вот не вылезал из этой борьбы, и от этого все время, то там, то подожгут, то не дадут, то обидят, то все. Видите, и ты все время сглатываешь. И в конце сглатываешь. Концов и забьют, и Мерседес отнимут. Да, это уже в конце концов. Короче, ты сглатываешь, и ты дальше, вот так вот крутишься. И хорошие черты, и плохие. Вырабатывается. И плохие — это то, что ты из-под тишка ты делаешь, когда никто не видит. Вот такая необходимость жить при отсутствии свободы и демократии, необходимость жить из-под тишка, которая вырабатывает вот это жизнелюбие, это любовь к жизни, это цепляние за жизнь. Ну и, конечно, даже не знаю, что сказать. Хотел сказать, выживает талантливый, нет. Выживают все. Но по-разному. Да. Но талантливый почему-то... Вы знаете, вот... О! Сейчас я закончу формулировкой. Не важно, кем ты был, важно, кем ты стал. Когда мне говорят, вы еврей, я говорю, Иисус Христос тоже был евреем, а кем стал? Вот важно, кем ты стал. Когда ты закончил с тем существованием, и ты уже вышел. И из нации вышел. И ты уже, вот тебе уже сидит человек, как вы, ведущий популярной передачи, говорит такие слова обо мне. Ну что же, жаль, надо было бы раньше сказать, но я готов и сейчас выслушать.